те ребята, которые действительно, которыми братьями называли друг друга, братьями. Потому что на войне, когда друга находишь, это больше брата. Я по сей день по них плачу, понимаешь, и я просто не даю интервью, поэтому, знаешь, вот так, рассказать о себе, что я, я не люблю себя, я обыкновенный грузин, у которого, знаешь, вот так, просто есть честь, совесть, есть семья, жена украинка, дети мои на Украине родились, я живу, наверное, на Франківщине, еще я могу сказать, что я воюю за мою, за краину моих детей, за краину моей семьи. Я разделил лишнюю долю. Вот. И хочу, чтобы мои дети также жили в красивой краине, чтобы у них было все в будущем. Так же красиво, как, например, и в Грузии, и в Европе. Я не хочу бачить вот это всего, то, что раньше было. И хочу с вами просто как человеческий маленький такой внесок зробити в цій країні, щоб в будущем мои дети гордились мной. Знаете, вот так что. И поэтому я Майдан прошел вот, до конца. То же самое награжден. Но это я не рахую. Я не для этого здесь. И вообще-то, чтобы награды получать или еще. Ясные дали, знаете, как-то, когда дают, надо брать, а не убегать. Разумеете, вот просто. Вот. И посчитали люди, чтобы я заслужил этого. И наградили Майданом, медалью Майданом, грамоту Майдана. Здесь я служу в батальоне Донбасс с самого начала. Прошел весь путь, то, что прошел в Донбасс. Был ранен в Беловайске. Вот. И до сих пор, по сей день, воюю с батальоном Донбасса. Хотим вот, с моими пацанами, любим то, что все было хорошо, изменить в этой стране. Все это... Рубчи, вот это все. Поменять вообще-то всю Украину зовсім нашу сторону. Знаете, как-то было людям приємно вот, ездить в гости, ездить отдыхать. Чтобы коли до нас приедут, розумієте, щоб нами гордилися, щоб вот хлопці зробили таку справу, щоб дійсно є на що, куди приїжджати, що подивитися. Тому що в Україні є таке культура. Это вообще я дуже поважаю, особенно я коли обо всем цьому розмовляю, я все время згадываю мою супругу, тому що вона чисто українка. Одну, да. Види, Вольфович, будь ласка. Настоящий каратель со знаком катил. Нет, я не каратель. Мы не каратели, мы бойцы. Бойцы за свободу Украины. Ми ніколи не будемо рабами і не були рабами, тому що ми хазяїва своїх, господар. Хрестова отвертка і ключик на дітей. В машині. Це довго треба шукати, ви мене не знайдете. Зараз я говорю. Так, що? Ну, після Іловайська, коли в августі я був ранений, когда мои друзья, мои братья, меня раньше ранили, 19 августа, и когда меня вывели, в больнице лежали вот, под капельницами, и ранили, контузия была сильная, начали звонить нам мои друзья, мои ребята, мои братья, вот это, что в таком они положении были. Я просто сразу же раненый встал и поехал помогать им и встречать их. Хотя меня на самой передовой не пустили тогда из-за ранения, потому что я не мог даже ходить. И так получилось, что посчитало командование батальона, наградить меня этой медалью после Иловайска, которым я очень горжусь, и мои друзья так посчитали, нужно, что я заслуживаю всю награду. Но... Так что я очень люблю украинский народ, очень люблю цю країну. Я всем передаю моим друзьям привет, кто меня знает, и тем волонтерам особенно, тем волонтерам, которые нас допомагають,
и с нами, она про нас дбает, и все время про нас думает, и даже маленький такой, вот когда мы сейчас были в Широкино, да, вы знаете, и когда у нас на рахунку нема деньги, они питают, чем помогти, еще рубить, и даже телефоны покупают, вы знаете, это очень приятно, что вы про нас не забываете, и все время что делают. И особенно скучаю про свою семью, потому что про моих детей, у меня доченька Ангелочка такая еще, вообще я не знаю. Вот. И хочу, чтобы вот это все закончилось, и поехать потом еще заняться мирным, мирное время, работать, зарабатывать деньги, ездить на мою батьковщину на море. Я живу в прекрасном месте. Всех приглашаю в городе Кабулети возле Батуми. Всех моих друзей, я дал им слово, что всех приглашаю сюда на отдых. Дай Бог, чтобы вот эта война скоро закончилась, чтобы не было детства. А там всех будет всем Божьего счастья, слава Украине и победа. А вон едет как раз, может это наше.